Нелегкий был матч. Дело в том, что с финской стороны игроки были гораздо моложе, чем у нас. И практически там, можно сказать, по мастерству выше. Там ребята играли и в НХЛ, и в сборной Финляндии. Поэтому матч дался нелегко. По ходу мы проигрывали. Ну, как говорится, силу воли, характер проявили и выиграли. Если учитывать разницу в возрасте и их подготовку, наверное, скорее всего, характер сыграл главную роль, потому что ребята настраивались, готовились, они понимали значимость этого матча. Ну и за счет коллективной игры и поддержки друг друга. Еще очень много НХЛовцев было в составе ТПС. Получается, что вот не хуже наши мастера-то НХЛовцев? Мастера-ветераны вы имеете в виду? Да. Ну, получается, да. Если они не смогли нас обыграть, то... Ну, может быть, не это важно. Главное то, что, на мой взгляд, все-таки армейский дух, он силен. И за счет этого мы выиграли. Эти игры, ну, я имею в виду и главную команду, они проходят как бы в рамках городов-побратимов Ленинграда, Санкт-Петербурга и Турку. Это, как, если я не ошибаюсь, мы самые первые заключили договор с этим городом, как города-побратимы. И Владимир Владимирович Путин даже сюда приезжал. Это же тоже значимость придает этому матчу. Ну и все-таки как бы хотелось показать, что не стареют душой ветераны, еще что-то могут. По-прежнему остается вот эта вот ваша энергия вся, которая у вас жила во время карьеры? Не можете просто так воспринимать, что происходит на льду, будь то матч ветеранов или какая-то там другая игра? Ну, большая моя часть жизни была посвящена хоккею, поэтому как-то глупо говорить, что это по окончанию своей спортивной карьеры это куда-то ушло. Потому что до сих пор играю в хоккей, у нас есть команда ветеранов, и мы ездим на чемпионаты мира, кстати, и выигрываем их постоянно. Поэтому... Хоккейная жизнь продолжается, и это радует, потому что все-таки остается еще такая какая-то неудовлетворенность в том, что еще не доиграно что-то. Вот за счет этого и добираем.